Так, здравствуйте всем. Это идет в записи, и теперь мы будем думать, что делать. У нас получилось так. Я потом покажу все, что получилось, а сейчас беда. У меня закончилось электричество, и все замерзло. Не то, что все замерзло, но просто все растения погасли, да. И мне сейчас надо найти хотя бы какие ростки, да. Вот у меня было 13 растений, даже вот, даже, блин, больше. Короче, все это сейчас мертвым грузом, да. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть. Гоня есть, ток есть, корн, грибы есть, есть алоэ вера, есть, блин. План протеин, это у нас файбер, это у нас, блин, трумпет. Вообще еще ни разу не растил, неважно. Так, алоэ вера, так, пекалин, да, бутсы. Бутсы есть, это хорошо. Так, так, что у нас тут? Перец, блин, перец мне не так актуально. Так, это вят, это вот, он будет фрукты делать сейчас. Ага. Кабачки. В принципе, смотрим еще, что у нас есть. Корн. Блин, ну надо и... Хотя корн сколько дает. Грейн 4, здесь грейн тоже 4. Но их не так много надо. Это лимон, блин, агонии надо. Немножко, да, здесь что? Бери, блин. Мосс крак, блин. Беда. Так. Файберплант, гербал, листья. Ну ладно, сейчас давайте так. Будем сажать остатки, потом думать, что делаем, да, то есть вот, девяточку здесь по... Блять, это не растение, ё-моё. Понял. Ладно. Этих посадим троечку, да, семерка, блин. Так, это у нас... Ах, сколько они дают, блин, немного, да, шесть, вот шесть это. Это у нас будет... Так, бутсы посадятся. У меня спайсов нет вообще, блин. Бутсов надо немало, сразу говорю. Вот все. Теперь надо с растениями разбираться с другими. Блин, как-то... Мне это вообще так подфартило, что я аж... Так, этих... Тоже надо посадить парочку. Шесть. Ну давайте где-нибудь. Здесь, да. Овощей у нас, конечно, сейчас много, но, блин, их надо делать опять же. Ага, теперь, чтобы делать их, надо, блин. А, так, чтобы это сделать. Но это у нас есть, да? Нам надо... Нутрен-солюшены нужны. Да, нутрен-солюшены. Это у нас будет внизу надо делать. Или здесь делается, блин, я уже забыл. Так, нутрен-солюшен. Камень нужен. Да, вода есть. Вода есть. И есть. Спойлер-фуд тоже есть, да. Сейчас мы, блин, иди в задницу, в дрон. Так, где у нас тут все было? Блин,
здесь уже готовая, да. Вот здесь Адаста у нас вообще нету. Есть, но очень мало. Есть, но очень мало. Камня, конечно, дофига, так что придется запускать цепочку по производству каменной пыли. Так, ну давайте. Так, стоня тут. Пускай работает. А, тебе, кстати, некуда грузить, по-моему, да? А, бля. Сейчас, все, сейчас устроим. И покажу, что я потом сделал, да? Вот это мы забираем отсюда. Нахрен не надо. Таблетки тоже в холодильник туда положим. И надо, конечно, переименовать, да? Переименовать конты, блин. Хорошо. Блин. Не та клавиша. Так, это у нас будет вот все. Так. Больше ничего здесь не, нельзя положить, нельзя. Так, сюда кладем. Кстати, каменная пыль делается или нет? А, о, кстати, на Трансолюшен есть, да. Есть. А теперь в этом уже производится, да, производится отлично. Заберем. И вода у нас тут должна была. Или она, блин. В этом. Нет, в этом. Не, точно переименовать надо, блин. Ребята, надо переименовать. Главное, вот как их так красиво, что, блин. Так, MS-02 Large. Где тут вся эта XP, блин. Так, ППП, devices, давайте их сгруппируем, да, контейнеры, контейнеры, карго-боксы. Вот, MS-02 Large. И вот который. Ну, хорошо. Resources. Если перепутаем, то, соответственно, это у нас будет продакшн. И смотрим сейчас, что получилось у нас F4, да, продакшн. Ну, продакшн угадал. А ресурсы, блин, нифига не ресурсы, это оружие. Ну, понял. Так, ресурсы это будет weapons. Weapons. А этого как раз будет ресурсы. Ресурсес. Так, еще бы разобраться, блин, с рефрижераторами, да, то, что у нас есть. Да, блин. Вот не показывает, то есть access можно, а бак уже, это у нас основной. Еда, да. И это sources будет. Sources. Да. Теперь здесь будет резерв. Так, здесь смотрим, что это вот растение, да, растение. Вообще это, блин. Ладно, пускай будет спраут и все. Будем знать спраут. Да, здесь пустой. А, блин, молодец. Ну ладно.
хоть как-то да обозначили, да чуть-чуть. Так, нам нужна пыль. Блин, ну вот. Дроном, конечно, да. Вот солнце сюда закинем. Пыль и это, блин. Это не лезет, да? Вода есть. Файберс пока можно выкинуть. Давайте. Только не дроном. Угу. Отсюда будем делать. Нам надо хотя бы десяток их сделать. Сейчас посмотрим. Теперь, что у нас есть здесь пожрать. И я думаю, все же будем перелетать на, все же на другую планету. Хотя здесь потратил столько усилий. Мне даже стримить очень неудобно, потому что... Но очень падают фреймы. Не знаю, из-за тумана, наверное. Ага, не в тот ящик кладется, ну понял. Ладно. Это у нас третий. Кстати, неопознанно, да. Так, это... сюда и положим в сердце. Так, отсюда будем все производить. Так, здесь что у нас? Это не тот input. Вот этот input будет правильно, да. Да, и нам надо растения теперь. Нам надо спайсов обязательно. Хотя бы 6 или 7, блин. Надо бы побольше их сделать. И надо, наверное, Blue Pepper тоже сделать. Каких, блин, 6. Пускай растут. А то мы просели окончательно и бесповоротно, да? Так, ростки, где спрауты, вот сюда, мы сюда это все положим. Да, алоэ вера тоже можно вырастить, пускай растет, блин. Ну, короче, просели так основательно, да. У нас же и попортилась еда, блин. Короче, неудачи, все из-за строительства, да? Это продакшн, это, блин. Третий, блин. Вот. Что за фигня, блин? Так. В сорцах не осталось еды, понял? Сейчас продакшн. Нет, не продакшн. Тоже не легче стало, блин, честно говоря. Фуд. Это не в резерве же. Нет, не в резерве. Кстати. Здесь бутсы. И куда он положил, сволочь? Спрауты, что ли? Нет, не спрауты, блин. Это вообще пустой, да. В резерву. Нифига в резервах нету. Опять же. Отсюда забираем, отсюда забираем. Это в сорцы, блин, закинем. А, и у нас вода кончилась, бля. Ну, короче, тут, чтобы восстановиться, так. Давайте пока посадим. Спраутов, блядь, нету. Так, корн, это нахрен пока не надо. Да.
хреново быть тупым. А, кстати, спайсы сделались, да, и пеппер сделался. Ну, давайте сейчас их посадим по-быстренькому. Хотя бы два, да. Спайсы можно вот здесь посадить, блин. Как раз будет... Блять, не туда. Кстати. Это работает. Так. Ну еще, для начала хватит, пускай растет, да. Короче, просел я основательно и... Ну что ж, пошли смотреть, что я построил. Это самое главное. Это просто офигенно. Ну как офигенно? Нифига не офигенного, но... Чтоб понять, вот сейчас пошла так, мазута. Это еще заберем, по-моему, здесь будет, да. Конкретно гудят. Ага, уже не лезет, понял. Это конкрет, конкрет совместили. Забрали воду. Здесь, конечно, off energy. Ладно, пускай он стоит пока. Так, ребята, вот то, что было раньше сделано, да, то есть вот там уже башня появилась. Но мы ее начали раньше чуть-чуть строить. Я сейчас не знаю, вот буду ее добивать или нет. Но вот здесь все скопал. Это вот, чтобы понять, вот какой объем, да. Раньше борт стоял рядом со стенкой. Ну, в смысле, с началом горы. И вот сейчас уже сколько сделано, да? И вот, в принципе, из этих работ мы, в принципе, и протеряли еду, потому что не посмотрел, что энергетика закончилась вся полностью, да? Ну, вот у нас есть такие копательные устройства, в принципе, здесь. Ну, и сейчас подойдем к самому интересному месту, что я хотел сделать, да? То есть, кстати, по статистика, ну, не скоро нападут на базу, да. Я вот решил сделать такой котлованчик интересный, но в этой базе поэкспериментировать. Вот здесь будет типа запасной. Ты влетаешь и можешь садиться много во много рядов. Но, блин, мне говорю, эта планета совсем не нравится, она вот всегда вот такая вот, блин. Ну вот не нравится и все, не моя. Я думаю, что все же надо, тем более, что нам надо гель. Там, где есть реструм, по-моему, гель. Нужен. Да, реструм. И у нас он, в принципе, закончился, я не знаю. Я, наверное, здесь базу эту так и оставлю. Надо слетать на другую планету и, наверное, там обживаться. Потому что здесь, ну, попробовали, поигрались. Да, система хорошая, блин. Но... Так. Я говорю, эта планета очень не нравится. Ну вот ей-богу не нравится. То есть предложение сейчас вот, ну, сделал вот такую вещь, да. То есть вот, нормально, да. Да. Кстати, мы чуть-чуть завысоко поднялись. Блин, где ж выход? Где ж выход? Он же был. Был. Не понял. Ай, мы еще не поднялись. Понял. Все. Сам дурак. Сейчас фиг допрыгнул, конечно. А может допрыгнул здесь. А, маленькая гравитация, но не хватило. Да. Попробуем отсюда сейчас что-то пока восстановится. А, блин, да. Прыгать надо учиться. Так. И... Оп! И взлетели, да. Вот есть защитная система, то есть стоит 4 турели. Конкретно, да, вот...
наверху, и в принципе они сейчас вполне способны защищаться. И не знаю, вот, блин, стоит дальше что-нибудь делать здесь или нет. Мне сама планета не нравится. Вот, ну, никак не нравится, то есть. Она вот печальная. Она сама по себе очень печальна. Ну и вот здесь лифт, в принципе, вниз идет. Есть такое предложение, сейчас мы полетим, копнем, не знаю, не, хотя не один, а у меня, по-моему, нормально. Вот здесь один этаж, то есть мы вот здесь наш уровень, а здесь уже опускаемся в самый конец этого выход. Вот сюда. И вот не знаю дальше, вот начать строить, не заканчивать строить. Но вот есть такая идея была, ангар под землей, да. Идея интересная сама по себе, но и там типа выход, вылет в двери, да. Но я думаю, что все же этим маяться не будем. Скажем, еще один недострой. Но я в этой планете говорю, мне она сама по себе не нравится очень сильно. То есть, вот такая вот. Не для меня. В принципе, что она не безвоздушная, это не столь страшно, да? Это не столь страшно. А вот то, что она вот такая всегда... Ну, не для стримов это, блин, ребята. Ну, вот чисто не для стримов это такая вот... Я думаю, что вот я потом эту базу уберу, пушки, уберу все, и мы отсюда улетим. То есть это в следующей записи будет. А сейчас мне надо так сделать основные вещи. Это слетать сейчас, посмотреть, что у меня с рудой. То есть мы можем посмотреть, да, на Титанике, что у нас есть. На так, во-первых, тут здесь у нас копр, магнезиум есть. Ну, камня, конечно, дофига, блин. Я тут еще копнул как следует, да. Так. Медь есть, камень есть, сатиум даже есть, блин. Сатиумом вообще, блин, так. Это надо во фрич третье закинуть. Блин, пускай лежит, а то, блин, еще испортится. Так, и я думаю, что все же... Так, где у нас... ресурсы. Неодимиум почти не осталось, блин, вообще неодимия, да. Это немножко золото. И вот надо за неодимиум слетать. И, в принципе, думаю, вполне нам хватит всего этого, чтобы переместиться в другую планету. То есть неодимиум копнем и, в принципе, теперь смотрим по карте. Так, неодимиум здесь, железо здесь, ну, в принципе, сатиум депозит. Ну, сатиум хорошо, но здесь, кстати, медовый. Медовый здесь очень большой. Капиталы есть, но копер, блин, не нужен. Сатиум very large, вот, кстати, интересно было, да. И, блин, конечно, что здесь? Supply station, oxygen depot, блин. Знаю. Но все же берем бульдога, летим неодими копать, и в принципе можно прометить тоже. Вот сейчас задачка такая, и не будем очень сильно париться, да. Сейчас залетим сюда. Оп, залетели, молодцы. Так что давайте смотреть, что нам надо для полета. То есть, то нам морду все же почикали, блин. Так, где этот? Не тот, не тот. Давайте этот. Так, на репейр. Ага, там немножко морду помяли, да. А почему надо... О, здесь тоже убрали пару элементов. Блять, перелетел. Ну как так, ну... Навигация джетпаком это... Ну, это какая-то мелочь пришла. Тут все нормально.
Так, боковую. Тут все вроде бы чики. Движки здоровые. Надо будет его перебрать по-другому, да. То есть... Не... Он не то, что не нравится, но просто он слишком много жрет, и не хочу я, вот, чтобы он столько жрал, да, но вот вроде бы все везде починено. Морда вроде бы целая, да. Ну что, думаю, так, смотрим, что у него находится. По основному, то есть у нас шелда чуть-чуть приподнята, так. Патроны есть, то есть мы сейчас охотиться не будем на нее, да. Топливо заправлено, кислород, а, вот, кстати, кислород, маноч, так, с кислородом, из титаника, из продукции, блин, кислорода больше, чем надо, я уже наделал, да, то есть заправились, в принципе, бутылку забираем с собой, не помешает, здесь это... А, сейчас. Так. Ладно. Продакшн. Скидываем. Блин, уже ничего. Ничего не лезет, блин. А, это ресурсы. Ресурсы. Так. Это. Еще место есть? Есть, блин. Не знаю. Прометиумах вроде бы хватает, но не... оно не мешает. Мы, наверное, точно перелетим на другой. Так, теперь смотрим в продакшене. У нас все, что, блин, все забито. Это вообще надо отдельно выложить, да? Чем мы нахапали, блин. Кислорода дофигища, да? То есть вот здесь надо все эти элементы, блин. Даже у нас... А, уже и тоже не лезет. Почему? Да, я переконфигурен был, да. Это надо в ресурс опять же закинуть. Так, закинули. Это тоже ресурс. Вот сейчас наведем чуть-чуть порядок и... Где у нас было вяпанцы? Да, вот вяпанцы все. Это не скинем. Да. Так, в основном, блин, мультитулы, которые нахрен не нужны, да, надо их разбирать. И у нас что здесь? Drill модуль для Harshware. Понял. Так, надо было бы банкомат поставить, да деньги перевести. Да ладно. Так, Chainsaw 1, 2, блин. Райфл, блин. Да фига мы нахапали тут. Так, в этом можно скинуть таблетки. И все, наверное, и можно, в принципе, лететь, чтобы долго не тянуть. Так, где продакшн? Тут еще пушечки лезут. А, это не скидывается. Так, у меня дрель запилена, кстати, насмерть, да, и вот опять же оружие, все забираем, да, и в принципе это тоже надо забрать, так, смотрим, лекарства в холодильник пойдут, сейчас немножко перестроимся, да, вот МСЛ даже есть, блин, здесь, что они там делают, блин, вот честно не знаю. Так, это тоже надо взять, починим. Так, контейнеры сюда, пушки эти сюда. Так, где у нас weapons, блин, да, супер. Нифига не видно, вот, ну как вот так вот, ну вот нету ни бара, ничего, да. Сейчас вот появилось, да. Молодцы, супер. Так, дрель чинить. Это все чинить. Патроны у нас есть. И так, аммобокс
Сюда мы все это сейчас скинем. Ага. Отсюда патроны 1000 возьмем. Где у нас этот фрич третий, блин, вот пускай здесь будет. Да, тут оказывается, блин, пока все рассортируешь. Да, и потому что у нас нету, в принципе, в чем проблема, это нету. Ай, как его, скажем, чертова, блин. Запало, блин. Рут нету, да. Реструма. Так, что я хотел сделать? Сегодня какой-то день рассеянный, блин, может, потому что чиниться я хотел, да, чиниться. Да. Так, это будет пока еще в самом верху. Вот наша чинилка. Это. А, это еще не чинится настолько. А, ну нормально у него все. 409. 400. А, ну оно уже починено, да. Да, понял, то есть полностью не восстанавливается. Ну ладно, хорошо, пофигу. Для копки у нас есть, все есть. Можно спокойно лететь. Все, я думаю, на этом корабле мы вот сейчас слетаем с бульдогом, блин, зачистим, там несколько дронов есть. Он сейчас полностью заправлен, если я не ошибаюсь, да. Так, включаем power. Так, шелду не будем, свет включаем, все. Отключаем камеру, взлетаем задом, уходим. Итак, у нас по карте, блин, вот сюда надо, да. Это да, вот так. Железный депозит, да, неодимым. Тут где-то дрон шлялся, да. А вот. Нихуя себе он злой, блядь, а я косой. Гандрон, да. Тут, кстати, опасаться надо и местной флоры. Ой, флоры, фауны, блин, где ты горишь, блин. Ничего особенного, да. Кстати, да, о чем я и говорил. Мне сейчас с ними заморачиваться неохота, хотя придется, наверное, да. Правильно встать. Сели, блин, в принципе. Запустим дрон, блин, еще не запустился. Но F5. Нет. Где у нас проход? Вот здесь. F5. Запустился дрон. Копалку и пошли искать неодимы, да. Там где-то здесь, бля. Далековато вообще-то. Нехорошо, мы сели.
как говорил, блин, сейчас копать намного легче, блин. Вот, не знаю, что это текстурки такие, только странные, блин, по неодимию, блин. А, тоже изменили. И, кстати, почему в записи я говорил уже, блин, с фреймрейтами вообще, блин, беда. Ну, просто с фреймами беда, блин. Говорят, на новую Unity пересели, так вот, чем дальше, тем хуже. С Unity я все же... Или, скажем так, может, даже не Unity, тут виноваты, но кривые руки разработчиков тоже добавляют это очень сильно, потому что всегда, когда что-то у них поменялось, все, оптимизация улетает сразу. Копнем это, в принципе, неодимий нам нужен, и, в принципе, больше как бы не особенно здесь что надо, потому что, если что, потом можно прыгать, и, думаю, прыганем на другую планету, а там уже все ресурсы под боком, и мы спокойно будем уже жить, и даже вот сейчас я хотел майнер коры поставить, но смотрю, что оно того не стоит, да. Копается очень легко сейчас, вот приятно. Я мог, кстати, представлю скоро сегодня в стриме, даже что, блин, в стриме будет, значит, раньше, наверное, чем появится в этом ютубе это видео, потому что эта запись пока обработается, все остальное будет Outpost Zero, если не ошибаюсь, да. Там очень интересные тоже механики, посмотрим, если зайдет. Понравится вам, будем проходить. А так механики очень интересные, там тоже, как сказать, ну тоже выживалка, выживалка роботов, это не человеческая, да. И в принципе там чуть-чуть все по-другому сделано, кстати. А что видеть карту, вдруг дрон какой-нибудь припрется, нас мочить будет. А. Ну а так, в принципе, там совсем другие, даже не знаю назвать, я там только попробовал, поиграл, и в принципе все на этом закончилось. То есть будем проходить, ну, может, в стримах, если с качеством все будет, если стримы ломаться не будут. А сейчас вот Эмпириона я не могу, блин, у меня стабильно 28-27 кадров в секунду, это Google сломается просто из-за качества стрима. Так что я лучше запишу это, выложу, и потом, если вот ребята сделают какой-нибудь 10.5, это уже будет, может, более-менее оптимизированная версия. Хотя я не верю, вот, что часто переход, я понимаю, поддержание продукта в определенном уровне, это очень важно. То есть, что потом не было очень сложно перейти на более новую версию, но вот такое часто изменение Unity как платформы, блин, оно... Не знаю, дает ли сразу столько много преимуществ. Я с Unity, в принципе, не работал, не могу сказать, что там сильно меняется, не сильно меняется что-то, но вот надо будет когда-то тоже попробовать чисто для себя. Вот сейчас мы этот неодимый строим весь, да. И в принципе все будет тогда у нас чики. Зачищаю обычно всегда до конца,
потому что, в принципе, если не зачистить до конца, то у нас потом начинаются лишние точки на карте, все остальное, я думаю, что там много ресурсов, а там уже нифига нет. Так давайте все сразу зачистим, и это быстро. Сейчас быстро уже. Ну, в принципе, во-первых, сейчас прокачаны, все технологии изучены, то есть мы можем строить что угодно, как угодно. Я думаю, что вот следующая постройка, я думал в этой планете строить говер, но нет, не буду я его сейчас строить. Вообще хочу с говерами разобраться один раз и навсегда. Я еще сам не строил от начала до конца говера. И тут вопросы у меня большие есть, но там посмотрим. Так, ну что, уже остался или не остался? Конечно, такие мелкие останки. Но все же это не один. Наверное, в следующей записи мы просто попремся уже на другую планету и там уже начнем тоже обустраиваться. Стримы по Империону буду только тогда, когда улучшится оптимизация. То есть это реально претензии, и в принципе я знаю, что... Так, смотрим на карте. Так, мап, где у нас? Так, это... Неодимим депозит, давайте втряж. И да, уже его и нету, да. Не знаю, тут Сатим нам бы тоже не помешал. Так вот, сейчас слетаем, такая копательная миссия получится, да, заодно там пару дронов замочим и все. Так, у нас что с питанием? Есть, есть. Так, Сатим у нас здесь. Это быстро. В принципе, и надо прометим еще копнуть, все, и тогда мы можем спокойно. Так, где у нас Сатим? Развернуться, конечно, надо полностью. Да, тут. Хотя Сатима у меня, по-моему, было дофига. Так, тут какие-нибудь злостные зомби не ходят. О! Дрон летит, да. А тебе не повезло. И упал ты очень правильно. Чуть-чуть что-то было, да. Так, запускаем дрона. О, блин, у нас гости, блин. Ох ты, блин. Ты ж смотри, какой ты шустрый. Че, тебя видно не было, да? Живучий, однако. Больше вас нет, ребята? Там динозавры, конечно, бегают. Причем тоже злостные. Так, а что в тебе хорошего, есть что-нибудь? О, смотри, какой ты здоровый. Как раз Ариастром есть, блин, которого мне не хватает, да. Не в таких же мелких количествах, да. Ладно, запускаем друг. О, кстати, тут у нас проблема. Смотрю, да. Ты кто же нам так врезал-то? Ну ладно. Нет, дрон не запускается, не запускается. Блин. Вот тут. А, кстати, нам тоже здесь вот покоцали. Ах ты, блин, уже. У меня сейчас кабина не герметичная. Это плохо.
Ну ладно. С этим. Так, где у нас депозит? Вопрос, конечно, хороший. Вот садим депозит. Блин, я так долго буду рыться, да. Еще выйду, наверное, из зоны видимости. Чувствительности дрона, блин. Нет, так нехорошо. Давайте сядем, подлетим поближе. Где же ты, моя родная, вот здесь? А он глубоко, сука. Блин, но... Где ж ты находишься, блин? Аж здесь, да. Вот как оно. Ладно, сейчас перелетим, блин. Подлетим ближе, блин. Блин, где-то он между деревьями был, да. Бля. Я ж, по-моему, не такой толстый, чтобы за деревья цепляться, да. Так, ну давайте посмотрим, дрон взлетит. Нет, еще нет. Что-то мне сегодня не везет. Вообще весь день такой невезучий. Получается так. Ну ладно, взлетай, ё-моё. Дрон. Что-то я лажать начал, блин, да. Всегда взлетал. А, ну. Наконец-то, блин. Так. Садим. 40 метров. Ладно, пошли. Вот он, садим. Я думал, что уже не роет. Блин, оказывается, слишком далеко. Вот такая фигня получится сегодня. Что поделаешь. Просто опять же, я там довольно долго копал, собирался базу нормально строить. Ну, вы смотрю, посмотрел, блин, пожил и уже. Раз обещал сделать, то сделал, в смысле, ту часть, что обещал, да. То я действительно срыл все, посмотрел, это, блин, адский труд. Может, больше этим заниматься такой фигней не буду. Я думаю, что мы спокойно сейчас вот это все чуть-чуть покопаем. Посмотрим, что у нас тут вообще творится, да. Ай, блин, так. На бульдог надо перекинуть. Сколько мы не одним, столько только накопали, да, блин. Печалька. Я думал, будет больше. Ну ладно, если что, потом посмотрим, может, астероид. Потому что с неодимием беда. Его надо именно довольно немало, когда строишь Most Advanced Devices, да. То есть там он быстро сжирается, потому что катушки, всякие решеточки и все остальное, оно так быстро выжирает, так что...
Вот, а все остальное, ну не знаю, блин, с базы, я думаю, тоже вот оставлю, как оно есть, все. И мы просто слиняем и все отсюда. Не нравится мне эта планета. С ощущением беда, вечно туманный, такая вот, ну, не супер, да. Попробуем построить базу более-менее такую вот, не знаю. Так от дронов все равно прилетают, всегда прилетают и проявляются атаки. Вот в десяточке уже стабильно атаки на базу. Да здесь, кстати, тоже и солнечную энергию не поиспользуешь, ну просто не, как сказать, нечем, да. Заряда почти не будет, потому что вечная темнота, вечно, вот, блин, вот. Что мне не нравится. Сейчас, вот сейчас с этим копнем и еще, да, мы уже прод. Ой, старость, не радость. Копнем еще не аниме, как. Да что со мной? Прометиум, да? Копнем прометиума. И в принципе и можно линять, да. Отсюда. Такая копать. Аутпост 0-0, вот оно довольно тоже такое интересное, посмотрим, да. Мы тут уже по дну, наверное, идем. Или нет еще. Ну давайте посмотрим, где же дно. О, дно еще далеко, блин. О, сейчас дно зацепили. То есть это хорошее место. Хотя, если так думать, не садим сейчас, ну как он нужен будет. А по-моему, садим он хило имеет. Так что давайте. Да срыть так срыть, да. Кстати. Нет, к нам никто не летит. Надо майнеры ставить просто и все. Я думаю, на той планете я так и сделаю. Кстати, бомж пакет интересно взял или нет, блин. И подохнуть же от голода, да. Не взял. Сука. Вот. Ну ладно, мы сейчас. Я думаю, с этим давайте заканчивать. Давайте полетели за прометиум и все. Это будет мне актуальнее, потому что здесь не в контах, нет, нету еды, блин, дурак я, конечно, немеренный, да, ладно, тогда так. Вот сюда и так вот сюда waypoint цеп. Это прометиум депозит, сколько там его осталось, хер знает, да. Ну давайте быстро слетаем.
конечно, были, да. Вот один улетает. Кстати, почему Полярис их... Опа, он еще и кусаться собрался. Оторвал по морде. Еще один дрон, да. А чей ты, блин, полярисский, что ли? Или у них дружба, любовь, морковь, даже прицела не видно, блин. Полярисами нам, конечно, лучше стало, блин, но тут сеттлемент, может, с ними поторговать можно будет, блин. Ладно, сейчас не то надо. Медовый прометиум, давайте мы его сейчас строим. Опа, еще один дрон, блин. Это как бы и положено, да, то есть это стандарт. Жесткая посадочка. Так, смотрим, что у нас тут есть. Где этот дрон? Заберем, может, у него все. О, блин, тут нас тоже могут покушать. Ладно, не будем с фауной завязываться, потому что жрать нечего, блин. Надо быстро копать. Я не долетел, блин, явно. Так нехило, да. О, нам еще один блок выбили, блин. Вот. Кстати, все ресурсы, грубо говоря, блин, под нами, да. Дрон не взлетел. Так, F5. Давай быстренько. Где тут ресурс, блин, так хорошо было видно, да? Ну вот, а сейчас нифига уже не видно, да? Да что ж такое? А, тут отражение, да, чисто. Ну, а 6 уровня. Да хорошо, конечно. Мы тут хорошо нароем. Отлично. Каждый камешек по 20 и больше, блин, да. Даже 88, ну нормально. Сейчас мы быстро это все сделаем. В принципе, нам надолго хватит. Бля. Ушел. Скажем так, миссию обеспечения сделаем сейчас и... Кстати, даже воевать не интересно, блин. Скиллы прокачаны, блин.
Не, воевать мы будем. Говорю. Здесь просто фантастический клад ресурсов, да. Мы, в принципе, прилетим чуть ли не голодными, как звери, да. Осталось еще что-нибудь? Осталось. Еще один камешек, да. Так, смотрим, что еще здесь уже вроде бы как и нету, да. Я тут один еще видел. Чисто профилактически его забрать. Вот он потерял направление. По-моему, это все уже. Так, смотрим, сколько мы тут надыбыли. О, здесь нормально надыбыли, в принципе, все, можно возвращаться. Так, карту смотрим. Да, здесь уже, по-моему, прометим депозит. Мы это можем трэш. И все, да. Сатим. Так, летим домой, пока не поздно. А то жрать хочется. Да, и надо нос будет чинить. Так, хата у нас база вот. Ну, очень удачно провернули все. С Полярисом можно слетать поторговать, но в принципе не знаю. У нас отношения сейчас хорошие, добрососедские, скажем так. Да. Мы у них на территории копать можем спокойно, так что посмотрим, как наша база выглядит сбоку, да. Вот причал виден. Большой кораблик стоит, да, уже просвечивает так немножко, да. Вот мы на базе, да. Вот и все. Будем считать, что прилетели. Все прицепилось. Так, это у нас все. Все. Это он, блин, вот сейчас. О, как мы тут хорошо уперлись, да. Вот здесь вот опять же надо вот чинить морду уже. Досталось ему чуть-чуть, но не так сильно. Так. Вот, нет, здесь нормально. Чуть-чуть по гатлингам. Ну ладно, сейчас будем вот перестраивать его и что. Так, у нас сейчас появилось что? Блин, F4, да? Да, F4. Пожать первым делом. Титаник. Так, продакшн. Блин. Food sources, fridge. Третий вот он должен и быть. Да? Вот, пожарю, бомж, пакеты есть. В принципе, раз... у нас тоже вроде бы как сделались. Надо воду производить. Я думаю, что вот в следующем этапе мы уже улетаем отсюда, так что
Так, давайте все это закинем сюда, пускай будет в одном месте. И опять же с бульдога, где у нас бульдог? Да. Это у нас Титаник и ресурсы. Вот это закинем, блин. Так, не Дими. Да, можно тоже весь сюда перекинуть. Камень отсюда уберем, блин, пускай. Вот, полностью заберем эти. Так что у нас гольда 36 есть, да. Гольды. Это хорошо. И мы готовы к следующему перелету. То есть, я думаю, ребята... А, у нас... А, это магнезиум. Это магнезиум, неодимиум. Ну, супер. Сатиум есть, в принципе. Ну, жить можно. Давайте тогда сделаем так вот. Следующий или стрим, или видео будет уже перелет в другую планету, и мы там оживаем, строим обитель, короче. Начинаем строиться, и там будет намного лучше. То есть, может, там, во-первых, там вот эта планета лес Еса. Еса, да. Мне она вот именно из-за Эреструма сейчас нужна из-за Скозима. Плюс она, ну, температура минус 28-38, это хорошо. Тип темперейт, ну, вот уже будет лучше. По атмосфере, по всему остальному. Что на бридж был, ну, мне как бы не особенно важно это. Я нехватка кислорода не сдыхал, но вот так, конечно, будет оно лучше. Так, сейчас посмотрим еще вот... Так, у нас все проросло, да? Молодцы. Сейчас будем опять солями делать, потому что надо сухие пайки делать. А, ну тут, да. Бутсов надо тоже побольше овощей. Сколько? А, тут по три овоща делается, понял. Давай, бог с ним. То есть мы сейчас вот довольно нормально выйдем на восстановление того, что потеряли. Так, давайте смотреть, что у нас есть по Food Sources, да. У нас есть тут, да, только плеер выбираем, да. А, уже не лезут, блин, даже здесь, да. Вода, приправа нужна. Сейчас пойдет так. По-моему, это должно так быть. Здесь фрукты есть. Ну, вот бутсы пускай будут здесь. И вода. Вода у нас кончилась, да. А, вот так сделаем еще. Где резерв, да. Сюда закинем, и нам надо заказывать воду в больших количествах, то есть, ну, сейчас будем. Да. Пускай работает, да. Ну и, в принципе, я думаю, на этом заканчиваем. Я просто подготовлюсь уже. Да-да, рековерились и, в принципе, отдышались. Все. У нас все красиво, жить можно. То есть, вот, в принципе, дроны, налет дронов посмотрим, когда он будет. Кстати, вот на базу только спрыгнем. Здесь очень маленькая гравитация, да. Статистика. О! Ну, ну вот посмотрим на атаку, да, то есть. По карте у нас. Так что здесь ракет дрон, ну это пофигу. Ну, в принципе, посмотрим, как защита сработает. Ну, она, в принципе, справляется. То есть здесь больших проблем нет. И здесь, кстати, по девайсам. А. Блин, о, это было бы, да? Ладно.
Оксиген он еще не включен. Нет, турет ли есть? О, ну вот как раз заправились вовремя, да. Тут вот самое обидное, вот что нельзя. Ну не поможет, в принципе. Так, что у нас прилетает? Рокет-дрон. И вот они точно не с дроновой базы летят, да? Дроновая база, если я не ошибаюсь. Радость, нет. А может из дробазы, да. Это ком-центр. Ну ладно, сейчас посмотрим. Они, конечно, попрутся вот туда. Я уже знаю вектор атаки. Может, отсюда они все же прилетят. Но они обычно заходят именно на башню. Не, все же с дроновой базы. А что-то эта пушка молчит. Ай, я понял уже. У нее патронов нету, блин. Ну ладно, посмотрели, как это происходит. Это ж про... Хотя, ну блин, должны быть патроны, да? Ну блоком чуть-чуть досталось, да? А пушечки? А, ну пушечки тоже досталось. О, какой интересный блок, блин, да? Земли. Фиг с ним. Так, здесь вот тоже чуть-чуть. Три дрона скончались. Смертью храбрых. Да, они пришли с дроновой базы. Да, 12 километров, но как-то очень резко спавнится, так что время для подготовки, они не летят вот 12 километров, они приходят только с этим направлением. А, и да, кстати, поиздеваться-то же надо. Смотрите, здесь с водой все правильно? Все правильно. Вот здесь даже больше, чем правильно, да? А теперь смотрите, что получилось в другой стороне. А тут был в один вариант, еще не хотели прокраситься вот эти, типа, посадочная полоса моя не хотела светиться. Были зоны, что не гасли, да, сейчас этого нету, да. А сейчас самое интересное, то есть вот я копал, короче, здесь мы достигли уровня того, что база у нас... Вот дальше нельзя, то есть я достиг максимальной длины, я посчитал где-то 116 блоков и больше никак не получается от центра. То есть вот эта вся длина взлетки 116 блоков, да. Специально померил. Теперь смотрите с водой. Вода не затекает, то есть она, вот физика воды, она двигается только на определенное количество клеток от карты, то есть она здесь не затечет никак. И вот тут конкретно вот, да. И что самое интересное, вот здесь, где она затекла, смотрите, что будет. Мы под водой, да, под водой. Но еще воды нету. Нету. Так, здесь, конечно, будет не совсем правильно. Но здесь еще воды нету. Мы чуть-чуть пройдем. Блин. Ну, сука. Подождите, сейчас покажу. Что я хочу показать, да, то есть, что... Где начинается подводная часть? Вот сейчас. Вот только там, по-моему, только вода и начнется, да, блин. Сейчас. Вот специально пророем, потому что... Я, по-моему, здесь могу еще применять оружие, да? Да, могу. Под водой стрелять нельзя. Вот сейчас вода началась, да? То есть я могу объяснить. Вот здесь
нельзя стрелять, да? А вот здесь мы уже вышли из воды. Все. Вот это тонкая грань, да? Сейчас еще копнем. Чтобы было, не вылезали из-под воды, да? Вот здесь вода. Мы уже под водой, да? А вот здесь уже нет. Оп, вода, воды нет. Вода, воды нет. Так что вот здесь такой вот нюанс тонкий. И вот дальше так я, конечно, делать не буду, но, о, кстати, думаю, что-то интересное. Ну-кась, поплыли, посмотреть. Я вот таких вещей не помню. Что-то такое. Ничего. Ничего. Ну вот такая вот, ребята, дела. То есть вот у нас надо вынырнуть, посмотреть, где база, блин. Вот там база, да. Не, там вот здесь. И вот с водой такие приколы. То есть физика воды, в смысле затекания воды, нету. То есть вот, вы не можете поправить карту, в карте что-то сделать, да? Вот мы еще в воде, воде, и оп, уже не в воде, да? То есть можем пройти по... Вот, все, нету воды, понимаете? Хотя мы под пологом, в смысле, по ниже уровня воды, вода вроде бы, текстурка наложена сверху. Вот такой прикольчик. Так что тут, не знаю, пускай создатель думает, как эту проблему решить. Потому что, ну как, тут я бы не сказал баг, просто не досмотрели. Никто же не знал, что будет вот такая ситуация, да. И, во-первых, я вот уперся здесь на длину блока, то есть вот здесь дальше уже ни одного блока ставить не могу, потому что закончился лимит. Думал, пригоню воду, сделаю красиво. Нет, не получилось красиво, фигня. Тут даже не вода, да. Знаете, вот она же здесь не затекает. Теоретически, может быть, вот если отсюда, потому что там угол специфический, можно попытаться еще воду пригнать, да. Но что-то я сомневаюсь, ребята. Сейчас попробую. То же самое. Все монопенуально. Так что вот мне не хватило 3 или 4 блоков, чтобы красиво это все сделать. Но вот ограничения по игре, то есть, да. Ну, здесь все пока у нас стоит надежно, плотно. Здесь, не знаю, хотел тоже блоки там растянуть до нормальной взлетки. Так, красный кирпич — это границы ворот. Желтый — это середина полосы, ну, грубо говоря, середина, потому что там 14:7, значит, соответственно, или в одну сторону, или в другую симметрия, да. Ну, пускай будет так вот. И вот такие у нас дела, да. Я думаю, что вот больше тут мне как бы нечего показывать. Давайте будем все же переться в другую планету и там уже устраиваться. Да, если свет включу, то есть освещение на корабле, то у нас фреймрейты грохнутся просто по-страшному. Вот сейчас давайте. Lights включили, да? Хотя нет, большого дропа на 5. На 5 упало, блин. У меня тут же было хорошее освещение для носа сделано, да. Но вот еле-еле 35 идет, то есть, ну, печалька, печалька. Вот. Мне этот туман, вот, честно говоря, но он достал. Ей-богу, достал. Я думаю, что здесь вот, опять же, жить долго и счастливо я не буду, так что давайте сделаем просто так, что вот
Ай, блин, я тут вообще, наверное, не те лайт еще выключу, блин, хорошо сейчас. Ай, с девайса, с карго мне, блин, спотлайты надо. Так, спотлайты выключаем. А, блин, а. У нас вот Growing Light актив, хорошо. Все активные, да. Это можно слишком много вырубить и потом печаль, да? Фрича-то у нас кеда. Фуд, блин. Большими буквами, чтобы знать. Косой, блин, да? И опять же. Нет. Все нормально. И вот, в принципе, все. Давайте на этом закончим. Подписывайтесь, ставьте, пишите комментарии обязательно. Ну, важно, да? Комментарии очень важны. И давайте сделаем так. Следующий стрим — это перелет. Или стрим, или запись. И мы летим уже в другую планету. Потому что здесь, в принципе, париться не хочется, да? Мы сделали большую работу, мы скопали очень много. Это серьезно, ребята, было откопано столько, и я не знаю, наверное, больше уже на такие подвиги не пойду. Хотя мне вот идея с еще большими воротами еще есть одна. Блин, очень интересно, посмотрим, получится или нет. Это долго объяснять. Хотя фиг не получится, я уже понял. Ладно, понял, я подумал об одной вещи, но просто не получится, да. Но есть другой вариант, как ангары сделать и большие, и может быть даже вот такой кораблик, чтобы загнать в ангар. Это было бы вообще классно. Да, и тут вот посмотрим, как сделать. Может, вот эти, сделаю такие украшения на окна, и будем делать кораблик тогда уже большой, да. То есть вот его надо сделать ховер, надо в перспективе, я хочу вот тоже опять же обосновать. По этой, вот эта планета мне больше всего нравится, то есть ЕСА. Причем тут рядом тоже ресурсы есть. Кстати, рестр метеориты, вот мы можем, даже может мы на орбите все скопаем. Так что никаких проблем. Итак, следующий этап — это перелеты в ЕСУ. И буду вас ждать на канале. Так что я пока говорю спасибо всем, кто смотрел. И давайте будем продолжать этот проход десяточки. То есть как она со всеми развитиями. Посмотрим, как вот она 10 будет. Да? Ну что ж, до скорой встречи. Всем пока.